Меня зовут Константин, я начальник транспортного отдела в Ленремонте. Мы сейчас обкатываем машину после того, как мы забрали ее от наших партнеров с СТО, которые ее сделали. Поменяли масла в двигателе, в коробке, в обоих мостах, в раздатке. Перебрали подвеску, приподняли ее повыше, отлифтовали, скажем так. Да, за счет чего мы смогли поставить резину большего радиуса. МТ-шную, всесезонную, проходимую, которая не боится ни грязи, ни снега, ничего. Сейчас мы ее тестируем после того, как ее сделали. И будем загонять ее в нашу мастерскую, где наши сотрудники будут доводить салон, скажем так, до ума. Они будут ставить туда носилки, оборудовать аптечки. Ну, готовить ее к полной эксплуатации, для которых цели она приобреталась. Тут как раз сейчас рельс, посмотрим, как она отрабатывает по рельсам. Подвеска отличная. Нет, машина хорошая, в хорошем состоянии, двигатель работает идеально, как часики. Ну, все-таки это у вас Патриот. Жесткая, крепкая машина, плюс она бронированная, она стала намного тяжелее. Эта машина была машина спецсвязи. Ну, она уже была подготовлена для таких нужд, которые, скажем, спецсвязь, ну, я не готов это объяснить, да, чем они занимаются, потому что, все-таки, скажем так, наверное, государева служба, она секретная. Логично. Поэтому, да, она была приспособлена для того, чтобы они возили какую-то почту, корреспонденцию, что-то еще, вот, честно, не готов сказать. Все, мы пригнали в нашу мастерскую, здесь наши специалисты будут доделывать салон, чтобы машина была удобна для тех целей, для которых ее приобретали. Все, тест наш закончен. Машина в исправном состоянии.